Шэньчжэнская фондовая биржа в Китае проводит расследование в компаниях, которые используют термин «технология блокчейн». Новые технологии приводят к росту цен на акции компаний. Руководство биржи требует предоставления подробностей, объясняющих актуальность технологии блокчейн, годовых планов проекта на последующие 3 года и количество акций. Одна из компаний призналась, что не применяет технологии блокчейн и удалилась с платформы. Одновременно комиссия США по ценным бумагам и биржам SEC также объявила о более пристальном рассмотрении американских компаний, которые применяют свое название, включив слово «блокчейн».